Внимание, товарищи! Важная новость перед тем, как вы начнете смотреть новую серию по прохождению Atomic Heart. Дело в том, что сегодня в честь, ну, не только в честь 8 марта, а в честь просто хорошего настроения, в честь того, что я знаю, как вы ждете каждый раз новую серию, я решил выпустить две серии. Поэтому, если вы вдруг пропустили серию, которая вышла днем, сегодня же, то... Опа, 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 тут я просто небольшую разборку устраивал сейчас. Ого, ага. Ну, в общем, друзья, вы поняли, мясо начинается сразу. Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на новенькую серию по прохождению Atomic Heart. Это вторая серия за сегодняшний день. Я, собственно говоря, просто сказал днем, когда выпускал серию, что, пацаны, ну, если вы там это как бы в комментариях напишите двойной Atomic, то серии быть. Прошло полчаса, более, по-моему, 1500 комментариев. Я такой, как бы, все, понял, иду дальше продолжать. Короче, друзья, у меня вопрос, на самом деле, у меня есть важный вопрос. По поводу кое-каких пушек, потому что как-то мы с вами говорили о такой пушке, как Доминатор. Про нее мне, кстати, до сих пор многие пишут. Но что делать с Крепышом? Ведь мы нашли уже там заряды, залпы, вот это вот то, что чем он стреляет, я уж не знаю, ракеты или что там. А он не лучше? Ну просто мне кажется, что Доминатор, я так понимаю, это более мощная версия уже имеющегося у нас Электро. Просто как бы более серьезное что-то, но... Крепыш-то на случай важных переговоров с роботами, мне кажется, больше подходит. Я, честно, бы его попробовал. Давайте прямо сейчас соберем. Уж в любой момент можем, если что... Пацаны. Ой-о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 й
появится что-то новенькое. Но это прям реально... Бля, как меня бесит, когда они воссоздают обратно их, а? Во фрируме просто это невозможно находиться. Постоянно что-то регенерируется, что-то эти чинят, что-то пытаются сделать. Ужас какой-то. Короче, ребят, а где он? Он у нас? Нет, его, наверное, надо, взять. Подожди, он, наверное, с собой-то не забрался. Слушай, что, попробуем? Или он пока, конечно, наверное, вряд ли нам нужен? Он место занимает, конечно. Блин, что, попробовать или нет? Если мы сейчас парочку хилок всяких маленьких и не очень отправим на склад, то в целом... Не знаю, зачем я столько оружия с собой, друзья, честно, не имею представления, но... Вот это серьезно. Нет, надо заряды взять. Так, это вот этим он стреляет? Ну да. Пацаны, ну а кто знает, что будет у нас сегодня? Ну кто знает, что нас сегодня вообще ждет? Подожди, какие улучшения для него есть? Мне просто страшно представить. Конечно, у нас, скорее всего, сейчас не хватит. Увеличивает радиус поражения. Ага, ну хотя бы мы детали потратили, большую часть. Так, ствол, здесь у нас штатный ствол. Это пока мы не можем. Это тоже не улучшается. Короче, мы можем пока только увеличить радиус... Ну и то, надо кое-что подразобрать. Давайте попробуем сегодня. Если будет огромное скопление кого-то, я думаю, что мы это дело попрактикуем. Так, друзья, садимся в Москвич. На этот самый... Во фрирум дальше мы не поедем. Я, собственно говоря, это еще сказал в конце предыдущей серии. Потому что давайте строго выполнять задания, которые нам поставлены. Иначе это... Я не знаю, чем обернется. Вряд ли чем-то хорошим. Потому что обычно мои вот эти приключения... Так... Сюда приехали. Подожди, или что? Мы обратно здесь же? Ну да, сюда же, я так понимаю, надо идти. Музыка орёт изо всех щелей. Так, ребят, надо не забывать, что если что, у меня вот эта штукенция имеется. Может, какой-то босс нам попадется, может, еще кто-то. Я уж не знаю, что нас сегодня ждет. Так, а что, прям в воду прыгать или такое? Блять, ладно, похуй. Повезло, повезло, а то мало ли что. У меня с прыжками, вы знаете, дела как бы так себе обстоят, поэтому я уж думал, что мало ли... Все равно урон получу, не, повезло. Так, короче, у меня есть и это, и это. Кстати, на самом деле, я вот думал... Если, короче, мы доминатор будем собирать, можно вот это разобрать. Прикиньте, сколько там компонентов будет, я думаю, очень много. И в целом мы можем поменять вот эту электропушку на доминатор. Надо будет в следующий раз при встрече с Элеонорой об этом подумать. Кстати, Элеонору тоже с 8 марта забыл поздравить, ну ладно. Так, ну что, ждем лифт и, собственно говоря, друзья, возвращаемся в зал. Потому что здесь мы все сделали, все мы... Все необходимое завершили. Так, дробовик, давай-ка мы сюда подключим кассету, наверное, эту самую. Потому что их надо тратить, не жалеть. И, в принципе, по возможности всегда... Ну что ж! Ну что ж! Так. Так. Опа, дровосек железный, на нахуй. Правда, он огня не боится, я сейчас опять просто так потрачу эти картриджи, блять, кассетники все свои. Так, еще. Просто, понимаешь, с одной стороны хочется уронить,
А с другой стороны, понимаешь, что... Все? Так, запустили, запустили, запустили. А как же? Ну ладно, окей, как бы, в принципе, неплохой ход. И мы, друзья, наверху. И мы так, попали наверх. Терешкова, ты меня слышишь? Эй, Терешкова, о, ну и где там эта твоя башка? Моя? На месте! Бля! Да я забываю все время, почему он перебивает? Да ебаный в рот, там Терешкова шутить уже вздумала. Бля, какое погружение? Там еще текстура какая-то за это самое застряла, бьется обо что-то. Бля, ребят, сори, я реально... А вот это любопытно. Любопытно, как вы можете выдерживать такое давление? Вы умрете, если сейчас же не подниметесь. Да хватит уже! Водолаз, помни, левую руку над головой. Смотреть наверх, чтобы не попасть под рабочие винты. Крас, что с ним? Я понимаю, что он... Я только начал, уже накосячил. Это нейросетевая разновидность посттравматического синдрома. При внезапной гибели сознание может модулировать альтернативное восприятие реальности на основе предпочтений и окружения. Понятно. Типа. Еще забыл, знаете, что, друзья, сказать? Сейчас вот выложил серию, она, то есть, получается, на 52 минуты, там почти, 51 с чем-то. И как бы сказал, что пацаны, ну... Скорее всего, ну там, я не сомневался в ваших способностях насчет комментариев. Скорее всего, еще будет вторая серия. И я при этом, при всем, вижу достаточно большое количество комментариев, типа, Саня, а где серия на час? Я такой думаю, а 51 минута, типа, за час уже как бы не особо считается? Так и вдобавок еще и вторая же серия, которая вот сейчас вот выходит. Так, подожди, не понял. Пока рано, понял. Так, еще... Ну-ка, давай-ка посмотрим, пока есть время. Я просто не, я не успокоюсь, пацаны, я не успокоюсь. Итак, допустим, чтобы собрать доминатор, нам нужно... Где доминатор? Доминатор где? Доминатор, доминатор... Доминатор вот. Так, ну у нас, кстати, не так уж и много это самое. А если разобрать... Если разобрать... Мне нужно сначала на склад отправить, что ли? Подожди, стоп. А если мы сделаем, допустим, да, вот у нас получается... Улучшение. У нас, допустим, есть вот электро, с которой я очень люблю ходить, вы сами прекрасно знаете. Если я, соответственно, вот так. Он учитывает же, да, все апгрейды? Если мы полностью разбираем пушку, я думаю, что да. То есть я должен, типа, отправить вот так. И сколько? И сколько, собственно говоря, разбор? Не, неужели так мало потратил? Я не знаю, что делать. Что-то мне кажется, что больше. Я так мало ресурсов потратил, если все возвращается. Блин, мне вообще казалось, что можно... Подожди, а как... Стоп, еще раз. Улучшить базовый уровень. Если мы сюда уже вкачали, так, по-моему, мы же тоже можем это все возвращать обратно. Блин, пацаны, я просто боюсь сейчас что-нибудь начудить. Я реально боюсь что-то начудить. Это реально включено? То есть, если я, например, склад-разбор, делаю разбор полностью вот здесь вот. Ну, вот здесь вот. И получаю только вот это, и все? Это все? Это точно я больше уже не могу получить? Блин, и рискнуть? Мне хватит тогда вообще на создание? Просто мне эта херня ни к чему будет, точно. Мне она не вообще ни к чему будет. Если я разберу, соберу, там будет стандартная эта пушка. Блядь. Рисковать или я хуйню какую-то сейчас сделаю? 144, правда, тут нужно. А у меня будет сколько? У меня будет 73. У меня не будет хватать этих хернишек. Ну, не, мы их найдем, как бы, все равно, но уже. Ладно, давай, пока не горит. Пока в любом случае, как бы, это самое. Пока походим с ней. Пока вроде и так не хватает, поэтому, пацаны, не будем спешить. Я надеюсь, что все правильно. По идее, должно все сразу разбираться. Похоже на детскую головоломку лабиринт. Ну, это-то я запросто. Так, подожди, а куда оно... Это-то я запросто, это ты, конечно, это за себя говори, за меня не надо говорить, блядь. Подожди. Стой, 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 подожди, 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 подожди. Мы можем еще поворачивать. Она должна аж там оказаться. Ёбушки-воробушки, подожди. Через какую сторону-то? Через эту надо. Нет, там нет прохода. Нам нужно вот так. Все, я понял, как это работает. Подожди, вот так, туда.
Поворачиваем. Поворачиваем сюда. Блять, надеюсь, я правильно делаю. Давай, давай, давай. Сюда, сюда. Какой юркий сорванец, а? Сюда. Сейчас, пиздец, 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 пиздец. Так, сюда. Сюда. Да как тебя вертеть? Тихо, 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 тихо. Вроде все правильно, вроде все правильно. Давай теперь верти, 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 верти сюда. Наверх. Ну, в смысле, вниз. Туда. Туда, 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 туда. Бля, что они только не придумали, прикинь? Сколько всяких, да? Штучек интересных. Так, сюда, сюда. Так, 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 так. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Главное, чтобы он никуда не упал. Но он вроде упасть никуда не может. А, кажется, я понял. Нет. А, да. Только выше, выше, блядь. Выше. Выше. Давай-ка, подожди, повернем. Пацаны, даже такая головоломка. Тихо. Сюда. Нет! Блядь. А-а-а! Сейчас все получится. Во. Во, идеально, идеально. Идеально. Подожди. 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 Тихо. Ловим баланс. Ловим баланс. Майор, все. Вы вообще понимаете, что делаете? Да, 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 все под контролем. А-а-а. Вот так это делается. Так, блядь, что-то происходит. Ну, вроде ничего. Это я должен сейчас... Опасно. Там ничего нет на этой хуйне самой? Нет. Так, как пониже-то? Вот так? Ага. Как ее башка сюда попала? У меня только один вопрос, блядь. Повезло. Так, башку я нашел. И никого нет даже. Надо идти дальше. Крас, как думаешь, сколько у нас времени? Не могу сказать точно, но уверен, обратно, что немного. Угу. Тихо, тихо, тихо. Нормально у нас время. Не надо это самое. Чего он не лезет-то, блядь? Почему у меня с прыжками проблема? Я не понимаю, блядь. А, мы можем тут подняться? А, ладно, извиняюсь, извиняюсь. Я уже думал по облачкам, и он не хочет цепляться. Тогда все, беру свои слова обратно. Так, а нам тут как проще об... Я понимаю, что я должен, по идее, это обойти. Ладно, хорошо, ладно, мне не сложно. Я обойду, обойду. Ничего страшного, давай. А, нихуя подобного, блядь. Ой, блядь, сколько же этого говна-то понапихают, а? Так, подожди, а как мне... Блядь, долб... Вот не умею я прыгать в этой игре, пацаны. Ну смейтесь, 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 смейтесь. Смешно? Смешно? Да, мне тоже смешно то, что я такой криворукий, блядь. Блядь, просто попрыгать, не могу опрыгать. Какой же болван я, какой же я болван. Мне это прям бесит, реально. Может, тут можно как-то все-таки пробраться, блядь? А если по облачкам, то как? По этим, по частям, прям так вот? Давай, хорошо. Давай, мне же нужно как раз потренировать, блядь, прыжки. Давай, окей. Окей. Так, у меня такое ощущение, что, блядь, я не допрыгиваю туда. Я могу сюда допрыгнуть, зато. Это моя, это моя, это моя слабая часть. С коннекторами было не так. Так как коллектив изначально планировался без каких-либо особых полномочий, то все в нем должны были быть равны. Это мы уже обсуждали. Зачем тогда вообще понадобились бета-коннекторы? Чтобы уберечь коллектив от непредвиденных угроз со стороны тех, кто мог пожелать починить его себе. Это же невозможно. В коллективе все равны. Понял. А, черт, альфа-коннект. Сейчас, Ольга, я тебя Вот просто не может сюда пройти, вот. Все просто не может пройти. Человеческим жертвам, что не И как бета-коннекторы могли спасти положение? Бета-коннекторы не давали своим носителям никаких особенностей. Но они представляли возможность пиздить. Блять, вот почему он пиздит, когда нахуй надо сражаться-то? Как это может происходить одновременно, я не понимаю. Ну и зачем? Это же как то, что у нас есть сейчас. Сука. Вы смотрите на ситуацию с позиции людей. А с позиции кого мне еще? А, черт. Бля, ну объясни мне, как мне сейчас вникать в разговор, блять? Ведь в коллективе люди будут властвовать над машиной. Совершенно верно. Зачем так делать, я не понимаю. Катерик Сичин планировал поручить охрану Альфа-коннектора своим близняшкам. Они преданы ему лично. Находясь в коллективе, он мог управлять ими из любой точки земного шара. И при этом никто Охуенно. Не просто не смог Паштет тема. Команды, но даже не знал бы, где именно они находятся и что они вообще существуют. Половина, короче, блядь, я нахуй. Может, я чего-то не понимаю?
Можно ведь запустить коллектив равным для всех, а потом просто уничтожить этот самый альфа-коннектор. Опасно. Можно. Вот только у меня встречный вопрос. Кто же решится на такое? Академик Сечин. Вы еще в этом уверены, товарищ майор? Ну, да, наверное. Я думаю, нам ничего не будет, если мы здесь упадем. Так, башку я принес, блядь. Так, устанавливаю гол. Пиздос. Двойка. Семерка. Девять. Один. Ноль. Проснись и пой, добрый ум. Спасибо, дорогой товарищ. Дорогой товарищ, подожди, я тебя еще не собрал. Хватит уже это самое. Так, здесь мы уже были, идем дальше, на второй этаж, да, получается? Второй и третий остался, или какие там у нас остались этажи? Ой, бля, не соскучишься, конечно, в этой игре, не соскучишься однозначно. Так, эти где катаются тут? Ну, чтобы меня не пиздануло. Так, идем, все, погнали сюда, здесь мы все смотрели. Новый цикл сканирования. Модуль, конечность, рука, правая, обнаружили. Чувствую тут весело, блядь. Местонахождение, этаж, Вавилов. Передача затруднена, данных нет. Что мешает локализации местоположения блядь. Модуля на этот? Да блядь! Здесь я не помогу. На этаже Вавилов сигнал заглушен. Помехой может служить... Да все в одиночестве! Еще один забыл! ...зона, либо находящийся рядом большой длинный аппарат. Большой так. Длинный аппарат? Настораживает. Подожди, получается, этот должен быть на расстоянии... Нет, наоборот, блядь. Так, это должно быть так. Нет, стоп, блядь, я запутался, нахуй. Блядь, да чё же, я же не тупой. Что-то пиздец какой-то, блядь, подожди. Это готово? Почти. Наконец-то, блядь. Не, сегодня, ребят, тупняк, ловлю. Нормально, это для меня нормально. Так, чё, тут мясо, да? Да, тут мясо, да я уж. Понял. Тут действительно есть очень большой объект. И много, сука, мой. Блять, пульнуть что ли с этого? Ладно, похуй, не буду. Как тебе такое? Вот этого хуякс. Опа, нахуй. И об землю, блять. И еще топориком поработаем. Поработаем топориками. Блять, музыка охуенная. Тихо. Да поднимай! Тихо. Хорошо, блядь! Что тут делать? Блять, саундтрек, я не знаю, просто отдельная похвала, ко всему прочему. Ну куда ты лезешь, а, дядька? Кассетник очень быстро заканчивается. Пиздос, как быстро заканчивается. Кассетник на этом самом. На. Еще кто-то есть, что ли? Вот и все. Кассетник лучше вообще не ставить на паштет, там пиздос, там вообще не успеваешь понять, когда все за это срабатывает, когда он это самое, начинает атаку эту, блядь, там вообще жесть. Так, все, здесь еще не подобрал, где-то здесь, где? Где, блядь, вот. Так, нам туда, кнопочка. Чего, это блядь? Что, детская игрушка? Змейка! Это детский ключ. Интересная забава. Для чего она? Судя по всему, для запуска некоего процесса. Бля, это охуенно. Я не знаю, я обожаю этих разработчиков. Просто, блядь. Ты смотри, что... Это нормально вообще придумать змейку, блядь, в атомике? Нет, это просто гении. Бля, пацаны, это пиздос. Это настолько двоих гениально, блядь! Раз. Это вот этот процесс я только что запустил! Бегите! Куда? Ты что делаешь? Твою душу! Так просто? Так просто? Блядь, там я отмучился на две серии, а тут просто со змейкой поиграть! Чё нас железный напугал до нервных колик? Это было близко. Так, ладно, рука у меня. А, понял. Это еще не все. Пошли искать остальных. Бля, вот они и так получают урон. И как бы вроде, когда я их опускаю, тоже они урон получают. Я не понимаю, как лучше с ними... Ах ты, сука. Тихо. Бля, как он это самое? Видишь, то есть он может висеть же, получать урон. И поэтому тут как бы непонятно. Либо его тогда надо гандошить в этот момент, либо хуй знает. Еще? Сколько можно-то? Ай, блядь, поебалу прям.
подошел. Рукопашку страшно! Бля, как пальнул бы с этой хуйни... Похуй! Мой первый, блядь! Ха-ха-ха! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ну нахер! Ну нахер! Отдыхаем, отдыхаем! Бля, что за мясо? Нет, я пошутил! Я думал, это ля... Я сначала думал, что... Бля, что-то я очень много хилок потратил, пацаны. Что-то я как-то это самое... Что-то я много приколюх устроил всяких разных. Давненько с этого не стрелял. Так, тут у нас поджигающее. Застрял? А. То есть он как бы умер, но не умер, я правильно понимаю? Ладно. Ну, баги присутствуют. Давайте будем откровенны. Баги здесь присутствуют. Не сказать, что они прям как-то огорчают или бесят, но таковые есть. Вот, и уже не первый раз что-то где-то застревает, что-то где-то багается, но на игру особо это не отражается, это самое главное. Так, что-то у меня сегодня прям уровень растерянности, пацаны, конкретно, я не знаю. Так, куда идти-то? Отсюда они вышли. Понял. А я что должен для делать? А, открылась эта дверь, все, понял. Ладно, хорошо. Не, это было легко. Крас. Все, на фоне того, что мы... После того, как Дмитрий Сергеевич создал новый гамма-коннектор, он уничтожил старую Бэт. Блядь, ебучий случай. А на самом Похуй. Деле была уничтожена только технология производства бета-коннектора. Экспериментально пару колец просто вычеркнули из всех документов и объявили утилизировать. Зачем так сложно? Бля, нихуя он живучий гад, блядь! Сколько его электрошокером-то хуярить? Экспериментальные образцы на память. И где они сейчас? Ну-ка сюда по одному. Иди. Я думаю, это он пизда уже. Номер 3826. Разумеется, под видом транспортировки. Бля, охуенно. С этим вообще заебись, с кассетником. Мало того, что они дополнительный урон получают, так еще и Бля, опять он пиздит, когда у меня мясо началось. Он что, прикалывается, что ли, нахуй? После запуска коллектива они будут не нужны. Дмитрий Сергеевич и его гениальная когорта решат все проблемы и без такой. Охуенно. Охуенно. У меня аж подлагивать, блядь, началось от такого безумия. Так, всех уничтожил? Еще на лестнице один. А давай-ка мы... Попробуем немножко метко в него пострелять. Огня, конечно, он не боится. Бля, охуенно. Мне кажется, у меня каждая пушка, блядь, она заслуживает внимания. Потому что мы ее как бы постарались каждую прокачать. На максимум, по-моему. Так, все. Вроде все. Идем сюда. Так, одна рука есть. Осталось оставшиеся, пацаны, и мы соберем ее. Так, правая рука есть. Спасибо, дорогой товарищ. Главное это сосчитать, понимаешь, что там то ли телекинезом, то паштетом, блядь, то еще надо про пистолет. Пистолет тоже, кстати, можно было бы разобрать, потому что как бы есть дробовик, есть... То есть если доминатор, например, поменять, оставить дробовик, калаш, доминатор и паштет. По-моему, неплохо. Ну, кстати, да, можно тоже задуматься об этом. Так, ладно, все, идем наверх. Так что, если что, друзья, сегодня, может быть, у нас грядут небольшие перемены. Я, конечно, пока еще не сталкивался с ситуацией, когда у нас прям реально боеприпасы заканчивались, но думаю, что мы справимся. Потому что всегда для чего-то да будет все равно патрончики. Так, ну что, рука левая. Модуль, конечность, рука левая. Начинается, блядь! А он как раз огня боится, по-моему. Давай точнее. Если я не ошибаюсь, эта херня... Это да? Тут, походу, будет эта дрянь всякая. Красный полимер. Гадость. И что это значит? Биополимер. Биоматериалы. Это все данные, которые мне достали. Короче, нам нужна сейчас зажигательная хуйня. Угу, очень. Так, давай зажигательную тоже сюда поставим. Нам нужна зажигательная, потому что здесь, скорее всего, будет... Почему он не пишет, который я уже поставил? Он их меняет. Это не нравится. Так, ну сюда понятно, что такое. Так. Сохраняемся. Давай посмотрим, у нас там, в принципе, что-то нашлось. Блин, или попробовать, я не знаю. Можно пистолет тоже разобрать. Нас, кстати, уже достаточно. У нас достаточно на создание этого. Че, рискуем? Бля, короче, была не была, пацаны. Я надеюсь, я правильно сделаю. Я надеюсь, я правильно сделаю. Конечно, зная меня, может быть, я не прав. Короче, разбираем. Спасибо этой пушке за все. Но пришло время чего-то посерьезнее. А именно доминатор. Мне кажется, это будет круто.
Все, у нас теперь, друзья, новая игрушка. Сейчас, она изначально, я так понимаю, уже по урону лучше, чем электро. Она как-то еще же заряжается, у нее какой-то там удар есть, ее можно качнуть, пиздец, говорят. Так, выглядит серьезно. Ну, вот сейчас, правда, на апгрейд еще надо будет. Бля, выглядит очень серьезно, пиздец, как серьезно выглядит. Так, надо обратно сейчас зайти. Ну-ка. Ага! Ебать! И при всем при этом, это как бы, ну ты понимаешь, да? Выбейте желаемое действие. Это только электричество тянется. Так, ну чё, посмотрим, что мы можем сделать. Ну, начнем с того, что, ну-ка, сколько там будет, если разобрать ПМ? Нихуя себе! Вот тут видно, что прокачка была жесткая. Блин, ну у него урон хороший. На всякий-то случай его можно ставить, да? Наверное, это жестко. Ну, блин, тут и дробовик, и калаш, то есть, казалось бы, и паштет, и эта электрохерня, и еще эта пукалка, блядь, которая... Как миномет, или я не знаю, с чем ее сравнить. Можно вообще разобрать и спокойно прокачать. Давай разберем. Бля, жалко пистолет. Ай, блядь. Сейчас вот наделаю делов, пиздец, потому что я уже наделал их. Так. Улучшение доминатора. Смотрим, что мы можем сделать. Снаряды. Увеличивают урон. Это мне нравится. Увеличивает точность, уменьшает отдачу. Так. Спецатака. Здесь мы ничего не можем пока сделать. Так, заряженный. Опять у нас. Опять все это ебаной химии. Увеличивает заряженный удар. Бля, слушай, ее можно. Мешает трату энергии, давай. Увеличивает урон по слабым точкам, пока недоступ. А, нет, может быть доступ. Блин, мы можем это все качнуть, короче, если мы разберем, по идее, пистолет. Да нафиг он нужен? Давай вот логически. Смотри, калаш есть, дробаш есть. То есть такое, да? Так, подожди, а если мы допустим. Допустим, так, подожди, если мы допустим. Это же для пистолета? Если разобрать патроны для пистолета. 40 штук у нас накопилось. Ну, смысл, да, тоже в этом. Давай вот эти разберем, допустим. Допустим, это разберем. Патроны, как бы, у нас вообще вообще, ну, пиздец, как много их. Бля. Ну, если реально это... Я боюсь что-то экспериментировать, я хуй знает почему. Но... Нет, ну давай смотри, ну вот реально, ну для чего, может быть, пистолет нужен? Ну, у нас всего достаточно. Калаш есть. Эта херня даже есть, блядь. Короче, пацаны, все. Мы сегодня меняем все. Давай. Была не была. Давай, была не была. Спасибо пистолету за все. Просто как это, я там прям пользовался. Хотя электро тоже пользовался. Поехали. Я надеюсь, я не долбоеб, блядь. Зато я сейчас вкачаю. Ой, блядь, вкачаю эту хуйню. Так, увеличим заряженный урон. Давай. Это уже не хватает. Нужна химия и вот эти электрокомпоненты. Слушай, ну я думаю, что здесь это... Я думаю, что мы и так почти на максимум. У него урон, конечно, не такой, может быть, как я хотел бы, но мне кажется, на правую кнопку... Пиздец. То есть вот это лучше, чем то, что у нас было, по крайней мере. Так, а что у нас тут? У нас тут везде нужна химия вонючая. Каждый раз я ною по поводу химии, и каждый раз ее не хватает. А крепыш еще что там нужно сделать? Снаряды. Блять, ну учитывая, как я редко из него буду стрелять вообще в целом, только по боссам, ну давай. Давай качнем. Прокачка наша все, как говорится. Здесь не хватает. Сейчас дробовиком-то я буду чаще пользоваться, да и этим самым тоже. Так, паштет тоже, да, мы посмотрели же? Паштет не хватает еще. Генератор магнитного поля. Так, рукоять. Кассетник, ну да. Ну и калаш тут тоже, само собой, нужно это, да? Да не, у нас вообще все заебись. У нас вообще все заебись. Мне кажется, должно быть вообще четенько. Ладно, ребят, многое поменялось. Сохраняю, чтобы ничего уже. Назад дороги нет. Все, вблизи, значит, у нас это и это. Так, подожди, а как мне поставить на тройку? Подожди. Как поменять-то их? На этом самом, майор, что ли? Оружие. Нет, подожди, наверное. Способности. Подожди, вот так, наверное, да? Открываю инвентарь. Во. Так, у меня получается 1, 2, 3. На тройку у меня ничего нет почему-то. Как мне сделать на тройку? Если я хочу на тройку. Что-то я не понял, подожди. Как мне записать на нужную ячейку-то? Тап. Или оно по своим... А, во. Так, на тройку калаш пусть будет. Да. На четверку уже, бля, посерьезнее. Четверка. Так, подожди, а это где моя хуйня-то? На пятерку. Это что? Подожди.
А, мне его отсюда доставать, если что, да? А что он на пятерку-то не достается? Да, я ничего не понимаю. Доминатор. Блять, ну ладно, окей, просто это очень странно, подожди. Чё он на пятерку? Он вроде на пятерку доставался. Короче, ребят, немножечко у нас перемены. Немножечко перемены. Давай-ка еще, знаешь, что сделаем? Сейчас, внимание. Кстати, блядь, дурачок-то я. Я дурачок-то. Патроны-то мне без стоят теперь не нужны. А вот для калаша... Для калаша... Так, у меня еще тут их, смотри, сколько. Ебать. Бля, такой, наверное, сейчас вообще такой опасный чел. Я просто все пистолетные патроны. Это самое. Со склада мы забираем калаш и дробовик. Хотя для дробовика тут пиздец. Все. И теперь у нас еще появилось немножко химии. Блять, или уже не тратить. Там, наверное, не хватит все равно. Но у нас этих не хватает штучек. У нас есть 8... А, у нас есть 20 даже. Мы можем... Подожди, тогда давай калаш. Там калаша что-то могли бы работать. Либо кассетник, ускоряет, ну это хуйня. Во. Все, заживем. Ну поехали. Так, значит, калаш и дробовик. Ага, нам туда. Нам туда, смотрим. Опа, здорово, блядь. Рафик, я вот не знаю, знаешь, мне как бы компоненты нужны. Мне кажется, тебя безумно жалко. Подожди, а чем боится-то за капсулу? С помощью капсулы вы можете выполнять энергию. Ага, да, блядь, похуй на эти капсулы электро. Уязвимость к... Ага, не похуй на это. Ну, ага, Рафик! О-оу. А я не знаю, насколько его сейчас... Насколько его сейчас пиздануло. Ну что-то ему все мало. Ну так, как бы он сильный, Рафик, ну блядь. А чем, кстати, тут рядом две Элеонор? Ебать, что нас там ждет? Тут из него химия выпала. Можно я тут отключусь? А, понял, мне пока сюда рановато. Да, с энергией, конечно, вот теперь надо разобраться с четвертой ячейкой. Мы как раз в конце... Почему я не в конце серии с, этот, нейрополимер разберем. И, ребят, нам надо будет это самое немножечко... Хуя. Одно движение практически сделал, уже открыл. Нам надо будет с ячейкой этой четвертой разобраться. Нам нужна энергия сейчас вообще пипец, как никогда. Так, здесь у нас относительно спокойно. Пока что. Опять, что он на каждом шагу стоит? Я не понимаю, и сохранялка тут, блядь. Вон на кнопку. Уязвимости. Плющ, устойчив к огнестрельным. Используйте оружие, сканируйте противника, чтобы знать их. Кто, блядь? Мимикрическая адаптация полимера стала возможной только благодаря этим невероятным. Что происходит? Это еще что за дрянь, Колба? Осторожно, это изделие плющ, оно крайне опасно. Я уже видел эту дрянь раньше. И оторванная рука, конечно же, находится именно у него. Блядь! Я тебя услышал! Вовремя я доминатор взял, блядь! Так, ему похуй на электро... Понял. С ним придется... Блять, надо дробовик брать. Дробовик бери. Сука. Блять, ну он хотя бы горит. Это очень хорошо, что он горит. Слушай, подожди, а вот эту хуйню он боится? О, досталось. Ай, блять, мимо что ли? Подожди, интересно, он должен ее... Блять, я не могу в него попасть. Какой говнюк, а? Ну, блядь, такое на самом деле. Не знаю, может, он столько урона и наносит? В целом. Ну, что-то калаш выглядит это самое не хуже вообще. Учитывая, что он потом еще догорает. Вообще хорошо. Блядь. Слушай, ну прям надо постараться. Подожди. Мне тут надо кое-что установить. Подожди. Опа. Опа, блядь. Успел или не успел, не понял. Ой. Слушай, а давай-ка его поднимем. А ему похуй, по-моему. Я его не могу поднять, или могу? Слушай, ну так, потихонечку, помал... Ебать.
Ебать! Неприятная хуйня. Может, полечимся? Сука, вот гадина, а! ХП срочно. Так, у нас остались хилки попроще. Бля, к нему лучше вообще не по... Слушай, ну ему дамажит, ну, блядь, типа не так, как я хотел бы, чтобы дамажило. Вообще не так, как я хотел бы, чтобы его дамажило. Нет, в целом ничего такого прям сверх пиздецового, но неприятно, неприятно, согласитесь? Неприятно. Так. Ах ты, блядь, с дробовика-то хочется поблизости стрелять-то. Кассетник, кассет, блядь, электрически ему похуй, да? Вообще похуй или так, или похуй-похуй? Ему похуй-похуй. Бля, пацаны, это жестко, это жестко. Это жестко. Так, я не знаю, с чего. Блядь, у него такой слабый урон, кассетников-то нету, блядь, больше. Он реально огня боится, пиздос. А это вообще... Не, ну как... Хотя, слушай, да не, ну как сказать... Да нормально, слушай! Даже учитывая, что он электро, ему похуй! В целом? Блядь, кассетники, вот ебучие кассетники, знал бы я! В натуре, блядь! Блядь, надо опять эту энергию ебаную как-то... Блядь, он такой быстрый пиздос! Он такой быстрый, пиздос, вот мне чуть-чуть не хватает. Были бы у меня кассетники на всех пушках или просто побольше кассетников? Блять, ему точно похуй на этот самый? Вообще поебать. Теперь я понимаю, почему там много Элеоноры было. Пацаны, ну мы его должны дожать. Все, чуть-чуть гасим сейчас его. Охренеть. Он чуть с первого раза. Скотина, полимер. Надеюсь, есть второй колба. Другой такой же уродец не надо, блядь, не надо больше. Согласно моим данным, вторая колба надежно заперта. Я не знаю, что там из него сейчас, блядь, это самое. Ну, как бы хотелось бы побольше, мне кажется, всего. Вообще херня из него выпала, вообще херня просто. Ну, наконец-то, все запчасти собраны. Бля, надо всякие адреналины, сгущенки, все это по... нахер разбирать, потому что... И мне нужны, короче, разные кассеты. Мне нужны срочно разные кассеты. Так, мы нашли много этого самого патронов. Давай посмотрим, что у нас там. То, что нам нужно сейчас разобраться. Так, что у нас, во-первых, на складе? У нас патроны для дробовика, да, в принципе, у меня еще остались. Так, заморозки осталось. Давай отсортируем. Так. Вот эту всю хуйню я же не использую. Сколько стоит еще разобрать? Я все не использую, блядь. Я понимаю, что может быть это имба, но я лучше прокачаю оружие, блядь, и буду знать, что конкретно, блядь, происходит. Я не буду успевать даже это все использовать. Так, кстати. Вообще маленькие хилки тоже. Так, понятно, что хуйню дают, но в целом нормально. Так. Вот это еще херня, смотри, нас на, мы можем разобрать. Динамо, электро. Сгущенку, например. Вот эту хуйню. Пока какие-то я оставляю на всякий случай. Я же не знаю, что меня там, блядь, ждет за поворотом. Так, это мы все сделали. Отсортировали. Так, эти у нас есть. Слушай, ну вот эта херня, РПГ, блядь, или что, она мне не особо. Мне доминатор понравился. Прикинь, против этого мы... Ай, вообще похуй. Просто похуй. Так, давай кассетники, значит, три. Ну да, блядь, а что делать? Три минимум. Нам надо, чтобы у нас с собой было. И то, как бы, лучше вообще их не жалеть. Так, и, наверное... Выберите желаемое дело. И, наверное, два таких. Два таких. Фух, кассетики всегда должны быть со мной. Так, это мы сделали, и, по-моему, мы что-то можем прокачать. Мы там, в принципе, сейчас накопили майор, достаточно. Оружие. Достаточно всего. Так, расходники, это все херня. Паштет. Что мы можем сейчас паштетом еще сделать? Этого у нас пока нету. Бля, урон больше будет. Кассетник. Увеличение элементального урона. Учитывая, что так-то мы часто им пользуемся. Давай, ладно, похуй, давай.
Давай третий уровень сделаем. Так, калаш, калаш. Еще можно вообще как-то урон прокачать? Отдача не так мне важна. Скорость установки кассетника. Да, блять, он нормально ставится быстро. Увеличивает скорость прицеливания. А четвертый уровень — скорострельность. Ну так себе линия. Здесь шанс на усиленный эффект кассетника. Да, калаш-то уже, блять, особо. Ну и так он нормально дамажит. Что-то урон я из этого не почувствовал. Вблизи стреляю, вообще похую просто. Из дробовика. Так, кассетник. Ну давай, давай. Значит так, скорее установка — это херня. Доминатор, смотрим, что у нас здесь. Снаряды, ага, ага. Это пока не трогаем. Калаш, это все крепыш, блин. Ну крепыш хер знает, реально от него ждал бой. Я думал, вообще настолько должен урона давать, что просто пиздос. Ну давай, ладно, посмотрим. Увеличивает минимальный урон. Ну да, его надо прокачать, чтобы он был имбой. Но на скопление каких-то этих можно выпускать. Просто я не знаю, сколько для него крафтится, сколько для него стоит создать этот. О, две химии. Ну, конечно, блин, как обычно. То, что мне нужно, на него надо. Так, все, вроде сделали. Давай посмотрим, чем мы это, сколько нейрополимера вкачать. Так, 254, отлично. Меня интересует энергия персонажа. Так, удельное энергия нашего оружия, входим в отрицательство, получает дополнительную ячейку. Давай, только я, по-моему, это ставил, и нихуя не понимаю, как она... Рециркулярное оружие, входим в отрицательство, получает дополнительную энергетическую ячейку. Тоже заебись, потому что энергия нам нужна. Все, энергию мы прокачали. Полимерный щит нахуй не нужен, телекинез, что мы можем еще сделать? Это пока закрыто все. У нас он... А! Так мы не можем все на это все. Пока недоступно. Так, стужа — херня. А вот эта способность, давай, к урону. Иммунитет сделаем. Скользкий тип. Давай, 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 ладно. Я все время рывок более использую в этих самых. Все, мы вкачались в очередной раз. И... так, а как нам пройти-то? Я уже запутался, блин, подожди. Мы забрали, обратно-то как? По этому же маршруту или по-другому? По этому же, я так понимаю. Так, давай сюда кассетку, наверное, поставим сразу. Какую, я не знаю. Давай эту, наверное, сейчас. Хотя... Хер знает, да, что сейчас будет. Тут так по обстановке-то не поймешь, что может быть на пути. Так. Ага. Ага. Вот видишь, у меня сейчас две ячейки... У меня сейчас пять ячеек, но они не восстанавливаются до конца. Я этого не могу понять реально. А как туда попасть? Пока рановато, да? Там же вряд ли был проход какой-то. Блять, а если был? Не, наверное, не было. А если был? Наверное, не было. А если был? Надеюсь, что не было. Отдых. Ладно, похуй. Так, что тут поменялось? Пару новых врагов. Блять! Теперь интересно, как туда попасть-то? Там была такая комнатушка, блять. Бля, не, подожди, нахуй! Мы должны были сейчас туда попасть как-то. Мы туда уже не вернемся, это стопудово. Мне прям интересно, как я туда не попал-то. Вот помещение, здесь прям видно, что... Есть проход вот сюда. Вот здесь можно помочкариться и какое-то что-то залутать. Но закрыто с той стороны, соответственно, вход где-то здесь. Я же правильно понимаю? Может, этажом ниже? Вы проникли внутрь ВДНХ, товарищ майор? Тихо-тихо-тихо, не ори. Государственная комиссия на подлете. Я внутри. Я, походу, так и должен был. Запустите режим учения. Выполнение задания осложнено обилием противников. Еще вопросы? Ищите способ быстрее. Не подведите академика Сеченова во второй раз. Здорово, пацаны. Поиграем, Алёха? Я тут энерджайзер кое-какой себе зарядил. На нахуй! Мясо конкретное сейчас будет, пацаны. Мясо конкретное. Готовимся. Готовимся к конкретному мясу. Иди, иди сюда. Паштет, паштет, паштет. Кассетник. Кто следующий? Что? А, нихуя! Чего? Кузьмин есть? Чего? Кузьмин есть здесь? Я не Казанова песня? Блять, надо этот альбом все-таки походу скачать, который все сейчас слушают. Охуеть. Это сколько еще треков я не слышал, пацаны? Это сколько треков я еще не слышал, блядь? Нормально сейчас разъебал всех телекинезом, блядь, просто вот вошел пацан такой в комнатку, блядь, и все как бы, и сделал свои дела, хотя я думал, что это будет сложнее. Просто такая музыка заиграла еще как бы про Казанову. Бля, ебать, я обожаю эту игру за саундтрек, просто. Так. Опа. Здрасте.
Хруст, треск, ключица, боль. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Хруст, излом, изгиб, поломка, щелк, позвонок. Ясно. Скажу экскурсоводу, что нашел одного из ребят. Этот студент, похоже, из медицинского. Правда, я всех уже не нашел, поэтому я только не знаю, где их просрал всех. Бля, такое. А то есть, ну как бы я мог вернуться стандартным путем, а мог вернуться как бы этим путем. Но я, конечно же, друзья, зашел и посмотрел, что тут. Полутались, помочкарились немножечко и можем двигаться дальше. Так, ну что, я думаю, что пока не смотрим, что мы там можем улучшить. Мы и так уже налучшались. Просто двигаемся дальше. Единственное, я бы сохранился здесь. Ну так, на всякий случай. На всякий случай, на всякий случай. Просто сохранился и... Погнали, наконец-таки, друзья, оставшаяся часть. Оставшаяся часть, оставшаяся конечность Клары, которую мы сейчас донесем. И, собственно говоря, успешно... Успешно, наконец-таки, это дело закончим. Левая рука. Давай восстанавливайся. Фух. Как ты там это делаешь? Вы делаете меня лучше, товарищ. Ну все, готово, блядь. Готово к бою. Все Клара. Части робота установлены. Что дальше? Процедура саморемонта завершена. Я готова к работе. Одна Терешкова хорошо, две лучше. Позвольте нам образовать пусковую пару. Первая часть пускового кода сгенерирована. Запрашиваю Юля. Подтверждение идентичности. Первая часть пускового кода сгенерирована. Идентичность кода подтверждаю. Произведена смена режима комплекса. Новый режим – боевые учения. Опа. Кажется, успели. Миссия Спасибо, выполнена. Девушки. Спасибо вам, дорогой товарищ! Опа, бля. Товарищ Молотов, я прошу, здесь небезопасно. То есть все-таки небезопасно, а говорили, что все в порядке. Имела место небольшая нештатная ситуация, но майор Нечаев, прошу прощения, агент Петри уже совсем справился. Чем именно он справился? У вас все коридоры залиты кровью. Это не кровь, это краска. Сечинов. Товарищ Сеченов... Затеяли опасную игру. Здравствуйте, товарищ Молотов. Я вас не понимаю. Прекрасно понимаете, товарищ Сеченов. Ваш локальный технический сбой оказался глобальным. Роботы в боевом режиме. Массовые человеческие жертвы. Мне продолжать? Да, пожалуйста. И прежде всего я хочу знать, откуда у вас такая информация? От Виктора Васильевича Петрова, вашего инженера, выдающегося робототехника и заслуженного гражданина СССР. В прошлом. А теперь он заключенный номер 230385, этапированный на принудительные работы в комплекс Вавилов. По вашему приказу, вы нарушаете законы СССР в должности министра промышленности. Часто и очень. Вы знаете, чем это грозит. Постановление генерального прокурора. Предстоящий запуск глобальной нейросети коллектив отменяется, а вас ждет полномасштабное служебное расследование. Теперь вам все ясно, товарищ Сеченов! Товарищ Молотов, могу я просить вас о личном разговоре наедине? Вы думаете, за что-нибудь изменит? Хорошо! Я жду вас здесь. Через 15 минут. Встретьте меня на посадочной площадке. 7 секунду. Прошу прощения. Идите, идите. А вы, майор, что, не побежите встречать своего хозяина? Он как Штокхаузен торопится. Что-то не так, майор? Майор, я задал вам вопрос. Че? Че с ним? Заприте здесь. Что происходит? Заприте здесь, я сказал. Происходит? Что? Что? Иди ко мне. Ебать, что происходит? Подожди.
пошло, блядь. Его что накрыло-то, блядь? Еба, что происходит тут? Что за яблоки, блядь? Ебать! Кстати, не удивлюсь, если разработчики сделали так... Что? Куда я попал, блядь? Я не удивлюсь, если разработчики... Ебать, его накрыло. Бля, ну это смотрится пиздец, как... Блядь. Пацаны, что происходит, блядь, в этой игре вообще? Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь. Я не удивлюсь, если, короче, если бы я собрал все яблоки, какую-нибудь ачивку бы получил, по-любому. Ебать. Чё ты ему пиздец как-то. А тут меня может уебать? А, я должен, блядь, еще и какой-то... А как можно... Что за хуйня происходит, блядь, здесь, в этой игре? Кто-нибудь подскажите мне, пожалуйста. Блядь. А почему его накрыло-то, я не понял. Смотри, сынок, ты жив? Кажется, да. Дмитрий Сергеевич, правительственная комиссия погибла. Тут тело товарища Молотова. Что? Что с остальными? Сколько людей его сопровождало? Что? Десятка-полтора? А эти тут что делают, блядь? Может, кто-то спасся. Проверьте. А что здесь? Как это случилось? Я... Может, это этот Штокин Покер, блядь, вот этот вот? Сюда прорвались роботы. Чего? Тебе повезло уцелеть. Дмитрий Сергеевич, все члены госкомиссии здесь. Это очень странная еще... хуйня какая-то сейчас была. Скорбно, но это ничего не меняет. Это этот Штокин Брокер, блядь, что-то... Запущен. Совершенно с вами согласен. Но что делать с мертвым членом Политбюро? Выбора у нас немного. Правая, займись. А вы отправляйтесь в радиоцентр. И убедитесь, что оборудование правительственной связи... Подожди, Штокин Брокер этот как раз уехал на лифте, да? Будут ждать отчета от товарища Молотова. Я лично сообщу о случившейся трагедии в Политбюро. Действуйте быстрее, Михаил. Да, как? У нас мало времени. Это вот этот, блядь, что-то натворил. Помоги. Он либо что-то, блядь, может, кинул, блядь, из лифта, когда уезжал, либо еще что-то, он на панике. А что было-то? Подожди. Сынок, я опять не справился. Это задание слишком тяжелое для меня. И не для тебя одного. Жуткий. А может... Короче, у меня тут три варианта. Либо это Сеченов ворвался как-то так, что ему отшибло память. Либо, может, это этот самый перчатка, блядь, меня как-то... Ну, она же во мне, типа. Вдруг она как-то могла управлять, типа, и сделала так, что я как будто потерял сознание именно в этот момент. Только кто с кем там запрограммирован, блядь, и кто управляет... Вот это, кстати, перчатка, кто управляет? Доступ же может же быть у кого-то другого? Может, уже этого Штокенброкера, блядь? Что они делают? Это что такое, блядь? Это что за высасывание информации сейчас произошло? Ох уж эти близняшки. Да. А что они сейчас сделали? У меня вопрос просто такой маленький. Ракурс неплохой. Короче, вот, ну, либо Штокин этот, либо Сеченов, как бы. Что это за желе, блядь? Чего они вообще состоят? Что, блядь, за золотой слиточек? Что-то у этих близняшек, блядь, очень странные, да, какие-то штуки происходят. Блядь, вообще что-то непонятное началось, какая-то мистика, блядь, кто там, что там вообще. Ключик-то хранят. Бля, почему он отключился?
меня очень много вопросов пока что, но, наверное... Жутко смотрится-то. Что за ритуал, блядь? Обязательно в такой позе, да, стоять надо? Я понимаю, что красиво, как бы, я не против, но... А что это за ритуал, типа, это такое захоронение, типа, у них произошло, или как это называть вообще? И все, вообще ни следа, блядь. Ебать. Что? Что это было? Последняя дань усопшему. Ну, так себе. Михаил Сергеевич! У нас проблема. Центральный узел лезет в эфир. Кто-то пытается передать информацию на запад. Кто смог подключиться к узлу? На такой способны только два человека. Вы и Петров? Петров погиб. Я видел его тело. Да никуда не погиб, тело. Я сразу сказал. А Петров это прежде всего голова. Я сразу сказал об этом. Его. Как это возможно? Я сразу об этом сказал, что он жив. Филатова. Это настолько читаемо было? Когда твой пособник нейрохирург уровня доктора Филатовой, такое вполне возможно. Вы отследили сигнал? Петров запутывает потоки, но я уверен, он находится в одном из научных центров. Ты что на меня сразу? Ты слышал? Бля. Найди его. Действуй. Это я не знаю, я сразу вот вы сами понимаете, что я ничего не знаю об игре, естественно. Ну, сразу было понятно, что он точно не погиб. Но такой акцент на него был сделан, и типа то, что даже вот он, мы его нашли, вот я почему-то на 99%, я об этом даже сразу сказал. Что типа, он и за ним будем гоняться, блядь, в итоге. Да, а что сейчас было-то вообще? Вот это вот сейчас, вот это то, что происходило. Ну и как ничего не бывало, вновь музычка, вновь паштет в руках и новые приключения. Ну что, друзья? А на этом сегодняшняя серия подходит к концу. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если впервые. Не забывайте жмать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.